Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из компании Oriflame. Hey guys, с вами Лиза Найс, и да, вы попросили меня не петь. Hey guys, с вами Лиза Найс, вы меня попросили не петь, поэтому эту фразу я не пою. И да, я уже представляю компанию Oriflame. Нет, сегодняшнее видео будет очень прикольное. В общем, я надеюсь, ты подпишешься на мой канал и нажмешь на колокольчик, ведь видео у меня выходит каждый день. И каждый день ты можешь смотреть видосики на моем канале. Да, также у меня есть Инстаграм, я подписана вот так вот. Подписывайтесь на меня, у меня там дружная, большая, любимая семья. И да, уже совсем скоро на 900 тысяч подписчиков, ананасиков, да, своих подписчиков я называю ананасики. А почему? Потому что я Лиза Найс, мои подписчики Найсики, если добавить она, то будет ананасики. Логика, да. В общем, я надеюсь, вы подпишетесь на мой канал, потому что когда у меня будет 900 тысяч ананасиков, я разыграю AirPods. Если ты хочешь себе AirPods, то подписывайся и нажимай на колокольчик. Также на 1 000 000 ананасиков я разыграю 3 iPhone X. Если ты хочешь iPhone, то подписывайся и нажимай на колокольчик. А мы приступаем к видео. Объяснять я ничего не буду, просто смотрите. Привет, Китюня. Приветики. Что делаешь? Уроки? У меня же карантин. Точно, я забыла. А я уроки делаю. И как? Блин, это литература... Просто капец. Стих учу. Учи, учи. Иго гулять. Сегодня в 5 идем? В 5? Я не успею. Давай быстрее, а то я сама пойду. Ага, конечно, поверила. Я все. Рада. И все? А что ты хотела? Радость за подругу. Рада. Так. Короче, у меня офигенная новость. Давай. Я сменила фон. Прикол? Да ладно. Рили новость. Я узнала от Вадика, что сегодня на пятничной вечеринке приедет. Приедет? Кто? Угадай. Света, Маша. Холодно. Лиля с Андреем? Еще холоднее. Мы всегда мечтали их встретить. Да ладно. ДФСТ? Да. Да? Точно тебе говорю. О, господи. Это ответ? Мы идем? Конечно. Вот это да. Скажи супер. А тебя отпускают? Думаю, да. А уроки сделала? Я ж тебе писала. Я все. Точно, но тогда это было не важно. А вот теперь... Сделала, сделала. Так, когда встречаемся? Давай всем. Ок, может у меня? Накрасимся вместе. Окей, но если хочешь, у меня. Нет, жду тебя в 6:30. Окей. Супер. Привет. Привет. Как ты после вчерашнего? А я норм, а ты? Тоже. Чё ржёшь? Да вспомнила, как ты... Что вспомнила? Ну, вчера. Помнишь? Кафе. ДВСТ. А, ты об этом? Ну да. А где ты была, когда они подошли? Как где? Ты не видела? Не видела. Я была занята очень важным делом, если не помнишь. А, точно. Это был эпик. Никогда не думала, что можно так в реальной жизни. Слушай, ну хватит. Да ладно, чего ты? Слушай, я позорилась на всю вселенную. Да никто не заметил. Хм, да уж, расскажи. 15 человек ржали еще 20 минут. Так что ты делала? Я снимала. Что значит снимала? Я снимала видео. Не поняла. Вчера я все снимала на телефон. Лиза, мало того, что меня не поддержала, так еще и на телефон снимала. Ты что, прикалываешься? Что? Да все ж веселились. Все? Кроме меня? Слушай, давай я тебе видос пришлю, сама увидишь. Блин. Да никто ничего даже не подумал. Посмотришь?
не вздумай мне этот бред прислать. Слушай, а давай я в инсту закину и опрос создам. Не вздумывай! Чего? Не позорь меня еще раз, только теперь на 170 тысяч. Ой, ты много о себе думаешь. Все прям только и на тебя смотрели. Удали видео. Что? Видео удали, сказала. Что значит сказала? Удали видео, которое ты вчера снимала. Это что, приказ? Нет, это просьба. Это не просьба. А где волшебное слово? Волшебное слово? Ты снимаешь, как я опозорилась? И где волшебное слово? Вот оно. Быстро удали видео. Да не буду я вообще с тобой в таком тоне разговаривать. Подруга мне еще нашлась. Точно, подруга еще называется. Полин. Полина. Ну, Китюня. Я же вижу, что ты прочитала. Можем поговорить? Нам же не о чем говорить. Есть. Нет. Ты моя лучшая подруга. Ты мне больше не ЛП. Полин, успокойся. Успокойся? Окей. Прости. Что простить? Предательство? Да какое предательство? О чем ты? То, что ты снимала, как я опозорилась, называется предательством. Ну прости, я же извинилась. Нет, а как твое предложение опубликовать в инсте? Вообще дает понятие? Капец, ты все близко принимаешь. Что и требовалось доказать. Ты даже слышать не хочешь. О чем я тебе говорю? Не пиши мне. Так, мне все это уже порядком надоело. Не пиши, заблокирую. Странная ты. Ну что здесь такого? Пролила сок на Влада. Я мечтала об этой встрече полгода. Ну, она произошла. Да, но как? Зато Влад запомнит на 100%. Запомнит тебя. Только в каком виде? Как рукожоп? Да ладно. Посмотри все-таки видео. Он потом весь вечер за тобой только ходил. Чтобы ты не переживала. Да, я и без видео помню. Ну так. Удали видео. Хотя нет, пришли. Я хоть поржу. Ушло. Вот это я понимаю. Возвращайся, моя Полина. У себя видео удалила. Спасибо. Мир? Ну, конечно. Конечно. Лиз, мне Влад звонит. Позже напишу. Ну, кто бы сомневался. Люблю тебя, ЛП. Я надеюсь, тебе понравилось это видео, ведь у каждого из нас есть друзья, лучшие друзья, и надо их ценить. Любите их, делайте приятные подарки, веселитесь вместе и просто гуляйте, наслаждайтесь жизнью. И не ссорьтесь, если вы даже поссорились, то постарайтесь как можно быстрее помириться. Ведь со своими друзьями вы каждый день гуляете, веселитесь, и их надо ценить, ребят. Ребята, подписывайтесь на мой канал и участвуйте в розыгрыше AirPods и 3 iPhone X. И обязательно нажимайте на колокольчик. Также подписывайтесь на мой инстаграм. А с вами была я, Лиза, всех люблю. Пока! Лиз, привет, как дела? Да, хорошо. Как-то мы с тобой уже давно не гуляли, не общались. Да, ты права, нам нужно куда-то сходить. Правда, у нас сегодня репетиции и завтра. Ну да, я понимаю, новые хобби, новые друзья. Ну, друзья, кстати, не новые, я вот с Кариной с детства дружу. И как тебе? Что как? Ну, то, что ты с Кариной сейчас учишься в одном классе, там. Отлично, а могло быть иначе? Ну, не знаю, Карина достаточно неоднозначная девочка. Ты что-то знаешь? Лиза, моя подруга, но ты мне нравишься, Карина. Ого. Ты что-то слышала? Я не знаю, что говорить. Куда, не уходите? Я тогда